Песенка для настоящих мужчин. Но в начале эпиграф, который написал Сергей Гуреев, наш томский замечательный бард. Вот вся любовь, вот наша Камасутра. Лишь песни петь в компании сверчка. Когда мужчина сладко спит под утро, а ты его стряхнешь с половичка. Туду, ту-туду, ту-туду, ча-ча, туду, ту-туду, ту-туду, ча-ча. Раз проснулся с перебою как-то, глаз торчит, как ручка топора. То ли глухома, то ли катаракта, то ли просто морду не помыл с утра. Челюсть тронуть даже не осмелюсь, с правой стороны болит до слез. Может, кто-то сапогом вчера заехал в челюсть, а может, старый друг пародонтоз. Или дантес, как правильно. Эй, баба рибу, эй, риба баба, тоски мослюм бага, тремерантера калиль. Если накануне было выпито не слабо, утром непременно что-нибудь болит. Хабитус мой явно не в порядке. Лишь глаза закрою, вижу вдруг женские отрезаны, головы на грядке, головы былых моих подруг. Я не видал подобного в кино, я в университетах не учил. Это не делирий и не паранойя. Неужто я их правду замочил? Эй, баба рибу, эй, риба баба, мерзнут губы, сохнут трубы, будто не живут. Если накануне было выпито не слабо, утром видишь вот такие дежавю. Где же мы так славно кайфанули? Где вообще, черт меня возьми? Или я у Юли в Барнауле, или у Марины на Томи. Подружек, ты мерзавец дома, в коридоре, на половичке. Контора. Эй, баба рибу, эй, риба баба, все не от мозгов зависит, от мозжечка. Если накануне было выбито не слабо, тот мужчина, кто добрался до половичка. Эй, баба рибу, эй, риба баба, не коси под фраера и не мочи рога. Если накануне было выбито не слабо, тот мужчина, кто набьется, подерется, разорется, на милицию дорвется, но в итоге доберется, да?